И снова в новом сезоне с вами программа «Своими глазами». И снова с вами я, Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа в кадре и за кадром. Вот так вот почти незаметно мы с вами добежали уже почти до середины сентября. Ждем бабьего лета, ждем каких-то перемен на работе и в личной жизни, ждем сказочного повышения зарплаты, глобального снижения цен в магазине, ждем новых открытий, ждем премьер, парней из армии, мужей из командировок, жен с барахолок, детей из школ, тепла в батареях и солнышко в душе. Вот так и мы ждем нового в нашей программе. А так как сезон обновлений стартовал, в скором времени и наша программа приобретет новизну. Новые места, новые лица, новое оформление. И кое-что мы уже начали менять. Да что я вам тут рассказываю? Смотрите сами, своими глазами, и не пропустите главного. У каждого из нас свои возможности, свои воплощения и свой шанс. А вот этот шанс один на всех. Люди в белых халатах поймут и помогут. Спасательный круг, медицинский центр Бреста. Для того, чтобы стать богатым завтра, начни экономить сегодня. Сайт скидок. Зайди и скинь. Двери открываются, двери закрываются. Двери появляются в ваших домах. Новые двери от мира дверей. А хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым в крапинку. Пигментные пятна и методы их исчезновения с лица земного человеческого. Клиники Ампара. Любая техника, особенно бытовая, как правило, выходит из строя совершенно внезапно. Фен затихает на середине головы прямо перед свиданием. Пылесос затихает на середине ковра. Холодильник дает дуба, когда он заполнен по самое не хочу. А стиральная машина заглатывает счастливую рубашку. И что же делать? Приходит тогда единственное верное решение – заменить. Чтобы объездить все магазины и супермаркеты, которые предлагают нам аудио, видео, бытовую и компьютерную технику, мы, как правило, выбираем автомобиль. Удобно, комфортно и мобильно. Но самая важная проблемка возникает как раз-таки здесь. Парковаться-то негде. Чтобы избежать потери лишнего времени, парковаться советуем там, где есть все вышеперечисленное. И техника любых предназначений, названий, и парковка. Кстати, парковка у Шанса своя. Просторная, вместительная, идеальная просто. Свободный, удобный подъезд, большое количество мест и, самое главное, есть где развернуться. Кстати, по поводу развернуться, тут вам шанс в помощь. Сеть магазинов и конкретно новый, но уже любимый магазин «Шанс» на Варкуса – это, во-первых, свой родной местный продавец, который предоставляет действительно реально ощутимый шанс получить и качество, и гарантию, и выбор, и цену приемлемую, и обслуживание. Кстати, именно об обслуживании мы вам расскажем в нашей следующей программе. А пока приглашаем на парковку магазина «Шанс» на Варкуса. Оцените комфорт приближения к необходимому. Дверей столько и мнений, а если серьезно, то театр ведь начинается с вешалки, а дом, как известно, конечно же, с двери. Двери в нашем доме как пазлики, они соединяют комнаты и пространство, поэтому к выбору их подходить нужно особенно тщательно. И вот где уж точно знают, какие двери самые-присамые и какие двери подойдут нам больше всего, это, конечно же, в магазине «Салоне Мир Дверей» на Заводской 5. Именно туда мы и отправимся. Оказывается, самое лучшее, что может быть у нас дома в интерьере – двери шпонированные, так как шпон, который здесь продают, только из натурального дерева. И вы представьте, 96 моделей в 23 цветах. Все это вы можете выбрать по каталогу, а некоторые модели выставлены прямо в магазине-салоне «Мир дверей». На выбор также разнообразные по цвету и по рисунку картины, зеркала, стекла и алмазная гравировка.
Многообразие цветовой гаммы позволяет сочетать понравившиеся двери с интерьером. Кстати, если вдруг на данный момент вы грезите Италией, то приблизить ее вы сможете с помощью дизайнера фабрики Фрамир, которые специально для вас придумали итальянские двери в виде жалюзи. Кстати, а если вы приобретаете сразу 5 шпанированных дверей, Италия вам в подарок в виде ручек Орелли. Откройте свою шпанированную дверь в мире дверей на Заводской 5. В виртуальном мире экономии Петрозаводска обновление. Появился свой сайт скидок. Каждый день скидки до 99%. И теперь прямо в офисе во время обеденного перерыва вы можете покупать и экономить, не покидая пределов рабочего места. Ежедневно на сайте skidkikareli.ru появляется одно или несколько предложений. Посетитель сайта может приобрести купон со скидкой до 99%. Каждый день это что-то интересное и новое. Например, купон на посещение ресторана, кафе или бара, салона красоты или спа, купон на игру в боулинг или пейнтбол, поход в кино или театр и многое-многое другое. Кстати, купоны можно купить как для себя, так и для друга, и для второй половинки. Алгоритм действий очень прост. Для этого нужно зарегистрироваться. Далее выбрать удобный способ оплаты со счета мобильного телефона, банковской картой, электронным кошельком, через платежные терминалы и так далее. Весь процесс покупки купона занимает не более 3 минут. Чтобы использовать купон, нужно распечатать его на принтере, либо отправить себе на телефон с помощью SMS, а далее предъявить при посещении. Основной принцип работы нашего местного сайта «Скидки Карелии» – клиент всегда прав. Поэтому в случае, если у пользователя есть обоснованные претензии по акции, ему возвращаются деньги. Рассмотрение вопроса происходит в нашем родном городе, поэтому решение не заставит себя долго ждать. И еще одна приятность. Зарегистрировавшись на сайте скидок до 1 октября, вы автоматически становитесь участником розыгрыша айфона. Так что все просто. Для того, чтобы стать богатым завтра, начните экономить сегодня с сайтом skidkikareli.ru. Сегодня мы решили прийти на помощь тем, кто действительно в этой помощи нуждается. Соблазнов и зависимостей в нашей жизни много, но с некоторыми из них можно справиться. Достаточно только обратиться к специалистам. Государственные учреждения здравоохранения, конечно, оказывают помощь нуждающимся, но не каждый готов обращаться в наркологические диспансеры, опасаясь постановки на учет. В этом случае на помощь приходят частные клиники. Частные клиники, такие как наркологический центр, медицинский центр ООО «Бреста», располагающийся по улице Лисицыной, 5В, вы обратили внимание, это тихое, спокойное место, отдельно стоящее здание, и оказывает наш центр комплекс весь медицинских наркологических услуг для лиц с проблемами употребления алкоголя, наркотиков, с игровой зависимостью и людям, желающим бросить курить. Помощь оказывается поэтапно, то есть сначала мы предлагаем услуги по выведению запоев, по купированию состояния абстиненции, то есть вот этого похмельного синдрома, которым очень часто люди мучаются. Затем нашим пациентам предлагается консультация нарколога, психолога, психотерапевта для того, чтобы закрепить трезвость, чтобы в дальнейшем человек не выпивал. Самое важное, что в клинике предлагаются еще и реабилитационные программы, длительные поддерживающие терапии, как медикаментозного, так и психолого-терапевтического характера. Ну что ж, начало положено. В наших следующих программах мы продолжим животрепещущую тему и очень надеемся, что реально поможем многим. Главное не бояться, здесь вас действительно поймут. Как правило, пигментные пятна на лице – женская проблема. Появляются они по разным причинам. К известным относятся чрезмерные солнечные ванны, проблемы функционирования желудочно-кишечного тракта, контакт кожи с химическими веществами. Могут они появляться и после беременности, а также в результате нехватки витаминов. В итоге присутствующий в коже пигмент меланин распределяется неравномерно, и местами кожа становится более темной. Это и есть пигментные пятна. Они, как правило, светло- или темно-коричневые, обычно симметричные, с неровными краями. Типичная локализация пятен – области лица, это лоб, щеки, виски, зона вокруг глаз, а также грудь и живот. Чаще всего повышенная пигментация кожи не несет угрозы здоровью человека, если только это не следствие сбоя в работе внутренних органов. Итак, есть проблема, будем ее решать. Идем в клинику Ампара.
Один из способов борьбы с пигментными пятнами – процедура фотоомоложения. Она имеет высокую эффективность, она безболезненная и щадящая. Основана она на действии пучка мощного импульсивного света, способствующего испарению внешних слоев кожи. Единственный ее маленький недостаток – покраснение кожи. Правда, и он проходит сам собой через некоторое время. Также наиболее известным и актуальным на сегодняшний день способом борьбы с пигментными пятнами является лазерное лечение, после которого пигментные пятна исчезают в течение нескольких недель. Этот вид лечения основан на том, что различные слои кожи мгновенно обжигаются лазером, что вызывает испарение клеточной жидкости. Процедура практически безболезненная и занимает всего несколько минут. А после проведения процедуры пятно, как правило, темнеет, затем активно отшелушивается, оставляя после себя светлую здоровую кожу. Конечно, для лечения пигментных пятен можно использовать и различные кремы, маски, сыворотки, отвары, трав и различные смеси. Под влиянием биологических веществ кожа оздоравливается и пятна светлеют. Но несмотря на то, что рецепты содержат мягкие средства, следует помнить об индивидуальных особенностях кожи и аллергических реакциях на применение таких препаратов. Поэтому, конечно же, лучше всего все-таки обратиться к специалистам. Ведь именно только они, исходя из ваших индивидуальных особенностей, смогут подобрать необходимый именно вам комплекс процедур. Даже для домашнего применения. Звоните 566-399. На страже вашей красоты и здоровья всегда клиника Ампара. А вот это и была программа «Своими глазами». Так вот потихонечку мы и запустим с вами новый сезон. Вдохнем новую жизнь в телевизор и наши умы. Кстати, об обновлениях. В скором времени новые корреспонденты стартуют со своими дебютами в нашей программе. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Если вы еще не заявили о себе и о своем желании стать одним из нас, присылайте свое резюме, любительское или профессиональное видео, а также ваши идеи по обновлению нашей программы, идеи репортажей на адрес электронной почты. Дерзайте, мы ждем. До встречи через неделю.